Ковтуна. Наши с ним судьбы пересеклись в Питере. Мы оба работаем, так сказать, в Санкт-Петербургской консерватории. Это очень громкое имя. Но не все здесь хорошо. А в основном я рад хотел поздравить мою любимую Одессу. Я ему отчаянно завидую. Потому что часто происходит в зале, который я так любил. И здесь такие милые люди, с которыми работать. Здесь есть еще и Тамара Тищенко, и Вика Фролова, и Володя Фролов. Так что я одновременно с Ковтуном поздравляю Одесский театр музыкальной комедии.